Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Я на пасеке собираю красную смородину. Черную уже обобрала. Так что нынче много красной смородины. Кусты вон какие. Вообще хорошие. Черное маленькое ведерко набрали. Еще потом пойдем собирать малину. У нас еще малины много. Еще надо собрать крыжовник. Еще и крыжовника. Не знаем, что с ним делать. Никто не хочет ягоду есть. Вот этот куст был вообще маленький. Мы его прикопали, веточку от него. И он у нас начал расти, расти. И получился такой огроменный кустище. И сегодня я собирала малину. Вот мой улов на сегодня. Вот покажу, какой малинник у нас. И вот это мне все пришлось лазить и отбирать. Малинка крупненькая. Ну и мелочь, конечно, есть. Но нормально. Где-то 11 литров набрала я с вот этих кустов. Вот с этих. Покажу еще на пасеке кое-какие кустики. И на пасеке вот здесь у нас малинник. В конце огорода малинник. И вон там еще у нас малинник. Вот здесь вот у нас в садике тоже такая смородинка красная. Она немножко, конечно, видите, помельче, но ее много, очень много. Такие вот грозди висят. Машина у нас ездит шумно. Ну, такие вот прям красотка смородинка. Вишни в этом году мало, но тоже вишенки кое-где, вот видите, какие вишенки. Уже начали они набухать. Такие вот веточки висят. Вишенок. Есть тоже вот такая вот вишенка. Старые кустики, поэтому ягод не сильно много. Здесь вот уже ранеток, конечно, очень много в этом году. Прям ветки гнутся от ранеток. Вся ранетка, вот смотрите, сколько. Прям усыпана. Сверху донизу. Как бы выдержали вообще ветки такой груз. Такое вот красотища. Вот такие вот. Красота. Это старая ранетка, южная, наверное, 25, наверное, даже 25 или больше. И вот все она плодоносит и плодоносит. Запах уже стоит, хотя ранетки не спелы, но уже такой аромат шикарный. Здесь вот тоже красная смородинка. Приличное ее тоже количество. Кустики растут эти диким образом.
под ранеткой. Но урожай тоже на них очень хороший. Значит, везде есть ягодки. Вот и с этой стороны тоже все в ранетках. Здесь цветочки расцвели вот такие вот. Гвоздички их называют, наверное. Дельфиниум. Георгинчик. И малинник. Такая вот малинка. Сейчас покажу где-нибудь, потому что мы здесь собирали уже. Тоже ягодки. Такие вот ягодки. Что там уже понаспели, наверное. Вот она. Смотрите, какая. Ягодок много. Собирали, поэтому она еще не вся наспела, но урожай радует. Вот такой вот малинничек. Много молодой пошло малины. Мы всегда прищипываем макушки малины. То есть малинка у нас вот дорастает до вот такого вот размера. И сразу прищипываем макушку. И у нас из-за этого пойдут много боковых веточек. И кустик тогда будет более устойчивый и больше на нем ягодок. Так сказать, малиновое дерево формируем. Также вот так же. Раз, макушечку. И готово. Вот такая вот малина. Молодняка очень много. Здесь тоже. И ягодки еще. Некоторые малины она попозже спеет, и поэтому ягодок еще не так много красненьких. А так, конечно, классная малинка. И облепиха. Смотрите, сколько облепихи. Все усыпано ягодой. Такая вот большая. Прибольшая облепиха у нас. И вот такие вот ягодки. Она поспеет только в конце августа. Но главное, что много облепихи. Сверху донизу все усыпано ягодками. Юрга в этом году не такая хорошая, но тоже есть. Хорошо так вроде тоже висит. Такая вот юрга. Здесь поменьше. Ну, тоже ягодки вот такие вот. И огород. Картошку уже зацвела. Там тоже у нас малинник. Вот с утра уже собрали целое ведерко черной смородины. Такие вот крупные ягодки. Сейчас покажу кустики, на которых росла ягодка. Здесь немножко еще осталось. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всего вам самого-самого доброго.